Очередных успехов на федеральном уровне добились тверские дзюдоисты. Сразу 5 наград привезли наши земляки из Орла, где прошли соревнования среди юниоров «Юность России». Так, серебро завоевал Батыр Нуралиев. Сразу 4 наших дзюдоистов взяли по бронзовой награде. Это воспитанник детско-юношеской школы борьбы «Олимп» Сергей Ежов, представители Центра развития дзюдо Вооружан Авагимян и Лада Жукова, а также член спортивной школы Олимпийского резерва по видам единоборств Мухабат Буриева.